Расчет в Excel конечной даты аренды в зависимости от даты начала аренды и количества месяцев и дней, указанных в договоре аренды. У нас есть перечень арендаторов, даты начала аренды согласно акта приема передачи, количество месяцев и дней, указанных в договоре аренды. Нам нужно получить точную дату окончания аренды. В ячейку окончания аренды вставляем знак равенства. Набираем функцию DataMess, из предлагаемого списка дважды щелкаем по функции. Первый аргумент функции – дата начала аренды. Второй аргумент через точку с запятой – количество месяцев. Прибавляем количество дней и отнимаем единицу, для того чтобы дата окончания аренды входила в расчетный период, а не оказалась датой следующего после окончания аренды дня. Проверяем корректность работы нашей формулы. Спасибо за внимание, всем быстрой, простой и результативной работы.